Новая выставка открылась в художественном центре. Все экспонаты выполнены из глины. На стеллажах представлено около 400 работ. Это подделки преподавателя первой художественной школы Любови Примак и ее воспитанников. Мы охватили все – рыб, животных, птиц, рельефы, объемные формы. Поэтому тут сильно на тематике не разберешься, потому что есть и кошки, и собаки, и слоны – все есть. Открытие выставки приурочено к 65-летнему юбилею автора. Поздравили педагога, сотрудники центра, первой художественной школы, а также бывшие и нынешние ученики.